Сегодня солнечный день. Сегодня красиво. Я когда-то показывала вам, но это было то ли весна, то ли осень. А здесь лето настоящее. Да, я вспомнила. Это было перед зимой. Тогда делала съемки. Я редко в этом районе бываю. Ну, какая красота. Летом здесь вообще красивый зверинец. И под балконом зверинец. И сами цветы красивые. Роза красивая очень, посмотрите. Прелесть какая роза. У нас тут птицы во дворе ходят. Чайки молодые. Они так кричат. Красиво. Ну, очень красиво. Молодцы. Слов нет. Вот она, чайка молодая. Видите, на чайку совсем не похожа. Серая такая. Крикливая. Типа. Топ-топ-топ пробежала. Вот такие у нас гуляют. Но это молодая совсем чайка. Даже не похожа. Посмотрите, какая она. Пятнистая. Совсем пятнистая. А потом белая станет. Вот она рядом совсем. В 2 метра от меня. Не боится. Посматривает. Совсем не боится. О, метр от меня. Вот топа-топа побежала. В метре от меня. Заблудилась. Родителей, наверное, ищет. Вороны семьями ходят. Долбят родителей, чтобы дай кушать. А эти гуляют сами по себе. Она еще маленькая. Да. Не умеет летать. Детеночек. Но. И взрослые белые, а эти серые совсем. Они такие же, как и все вот эти летающие. Ну вот. Долго ждали. На вам. Опять дождь пришел. Я вышла, тут солнце, красота, солнышко светит. 2 капли упали, а теперь ливень пошел. Стою под 2 соснами. Ну, вроде ничего, ну, кап-кап есть. Капает немножко на меня, но я под 2 соснами. А ливень? Даже ливень. Нет, вы слышали, что творится? Ужас! А я стою под деревьями с таким грохотом. Даже сама испугалась. Вот там видно ливень сильно далеко. Там видно. Но вот идти сейчас, ну никак невозможно. Там видно, такой ливень сумасшедший. Здесь под деревом не так. Ужас. А до дома вон 2 поворота. Но не дойти. Ой. Пробежала чуть-чуть за дом этот, который видели на экране. И встала под крышу.
в подъезде. Ливень сумасшедший. Ужас, что творится. Ох, хотя уже я мокрая вся насквозь. Потеряла буквально 3-4 минуты. Пока с внучкой по телефону разговаривала, начался ливень. А небо уже светлеет. Но льет вовсю. Еще и ногу ударила сильно. Вон, зацепилась, когда бежала. Вот это погодка у нас. То дождь, то ливень, то гроза. Гром, слышали, какой был? С ума сойти, я под деревом стояла. С ума сойти. А небо красивое. Голубое-голубое. Ой. Тепло, очень душно. Поэтому такие грозы. Ну, очень душно. Вот и дождь закончился. Лужи, лужи и 24 градуса. А вот мой дом. Четвертый этаж справа. А я стояла под тем домом, рядышком. Так что вот такие делишки. Небо красивое, синее-синее, 24 градуса, тепла. Парит кругом все и лужи. Вот такая красота. Вороны орут вовсю. Чего-чего, ворон и чаек у нас хватает. О, а это чайки. Ух, как они орут, чайки.